Привезли для восстановления две старые очень рамы дорожные велосипеды. Смотрите какой. Это у нас, насколько я понимаю, Рига. Вот вторая рама. Подсидел. Если это подсидел, то крайне необычный. Очень старый велик. Дропауты такие интересные. Посмотрим, есть ли здесь. Да, тоже есть. Смотрите, какой старый артефакт. А вынос, конечно, подсидел, точнее, очень необычный. И к ним привезли обода. Хромированный — это китайский современный обод. На нем человек будет кататься. И два вот таких вот обода. Очень-очень старых. Полосочками еще. И втулки. Втулки очень прикольные. Немецкая торпеда. Поэтому они называются торпеды. С ножным тормозом все втулки, потому что видите, как такое название было. Это будет на черный обод устанавливаться, а вот это на черный обод вперед. К сожалению, пыльников нету. Наверное, может быть, они отдельно хранятся у владельца. А на серебристый обод станет вот такая вот втулочка. Тоже торпеда. Это планетарная втулка со встроенной коробкой передач. С помощью вот такого тросика там внутри переключаются передачи. Тоже достаточно древний какой-то образец. Вот сейчас заспецуют и посмотрим, как это в сборе выглядит. Еще раз сниму эти замечательные рамы. Смотрите, какие красивые у них шильдики в оригинале. Сейчас колеса покажу. Такое вот колесико со втулкой торпеда. Очень хорошие спицы, отличные. Но, к сожалению, даже видите, эти шайбочки поставили. К сожалению, обод китайский слабоват. Поэтому не очень хорошо, конечно, будет на нем кататься. На виду. Смотрите, какая втулка классная. Оп. И вот два колеса на интересных спицах. Разобрали старые колеса, какие-то французские, видите, там сколько всего выгравировано на нипелях. Спицы такие с небольшим окислением, старинные, то есть прям колесо как будто в оригинале. Очень здорово получилось. Мастер постарался. Сейчас положу. И вот это вот. Смотрите, какое здоровское колесико получилось. Пыльников только здесь нету. Вообще красота. Будет восстановлен велосипед прям в оригинале с такими спицами.